и вспомнил обо мне. Вот почему он так активно звал меня прийти на встречу одноклассников. Что ж вы побежали, если бумаги все в порядке, а? Макс, смотри, что Мухтар нашел. Умничка, ключи. Что, выбросили, когда убегали, да? А что, осталось найти гараж? Да. Молодец, Муха, с полуслова понимает. Давай, 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 топай. Шагай. Молодец, Муха. Этот гараж? Да, этот. Полиция ОМВД Щукина. Здрасте, ну наконец-то. Господи, какое счастье, что с мамой все в порядке. Я так за нее переживал. Вы расскажите, что с вами произошло? Мастерскую в гараже я оборудовал давно. Приезжал туда после работы и оставался ночевать, чтобы не тратить время на поездки домой. Шарыгин, это ваш друг? Что вы, даже неприятель. Но он знал, чем я занимаюсь. Ко мне часто обращались соседи по гаражам. Украшения починить, гравировку сделать. Были интересные заказы. Подвески, кольца. Подделки монет? Такие предложения были, но я всегда отказывал до маминой болезни. Тогда все мои сбережения, а я кое-что скопил. Ну, когда перестал закупать драгметаллы для орденов, ушли за неделю. И заказов, как назло, не было. Нас, Маш. О, спасибо. Коля, я слышал, у тебя мать больна. Могу помочь. Чем? Деньги нужны? У меня есть люди, которые хорошо заплатят за быструю работу. Имперские медали? Угу. Материал у меня есть. Молчать я умею, никто не узнает. Мне надо подумать. Подумай. Ну, недолго. Времени мало. Срок мне дали 2 недели. Пришлось сказать маме, что еду за границу на заработки. Но когда сдал медали, мне не заплатили. Велели вначале подделать монеты. И все это время вы жили в гараже? Да, и, боюсь, не вышел бы оттуда живым. Я отказался делать новые фальшивки. И Шарыгин пригрозил, что убьет маму. Меня заперли. Вскоре появился его приятель-нотариус, который оформил мой гараж на имя Шарыгина, чтобы я полностью зависел от него и перестал сопротивляться. Так и вышло. Но мне удалось добиться, чтобы Шарыгин перевел маме деньги. Ваша мама получила 15 тысяч рублей. Мы договаривались о сумме в 10 раз больше. И я не мог позвать на помощь. Сам же сделал звукоизоляцию бокса на совесть. Да и мама. Я боялся за нее. У меня остался только один канал связи с миром. Подделки. Поэтому вы и начали ставить на них свою метку. Да. Я решил, что лучше потерять имя, чем сдохнуть в неволе. Да, мы согласны. Вы выбрали правильное решение. А имя? Ну, имя вы восстановите. Правда, Мухтар?